Ребята, как пройти библиотеку? Библиотеку как пройти? Тут есть библиотека? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Что вы знаете, что такое? Мы не знаем, что такое это. Как, ребята, как пройти в библиотеку? Вы знаете библиотеку, как пройти? Туда. Библиотека. Прямо и налево. Библиотека немного ниже центра города, поэтому приглашаю вас. До библиотеки треба їхати 40 хвилин. Один за годину на поїзді. В нашому файному місті Кам'янському є чудова бібліотека. І мені... Сьогодні? Сьогодні я, а вона з собою. Я можу предоставити, якщо це не потрібно. На этой площади, а здесь нет библиотеки. Сказали, что вроде как есть, это что-то почитать, узнать что-то. Есть вот. Библиотека в центре города находится, самое главное. Ногами, думаю. Где? Это... Куда? Куда? Куда она вообще? Она вообще тут есть? Прямо и направо. Это в туалет, что ли? Ну, да, это туда. Там можно почитать. Там хорошее место для почитать. Мы только оттуда, а там отличная литература, думаю, 18 века примерно. Так что рекомендую, пройдитесь туда. Хорошего вечера, ребята. Главное идти правильным путем. А как это правильно? А как вы чувствуете, так и нужно делать. Прямо, иду прямо. Ну а соблюдать чувство меры во всем. В библиотеку прямо идем, идем прямо, третий район грузовой. Девочки, как пройти в библиотеку? Все отлично! Вау! Слушайте, тут есть библиотека? Хорошо. Библиотека тут есть? Как пройти в библиотеку? Библиотеки тут нет. А что тут есть? А что тут есть? Тут есть Red Bull, Jägermeister, аттракционы, танцы, все классно. Мы не знаем. Здесь есть библиотека, скажите мне, пожалуйста. Нет, вряд ли. Вряд ли, очень вряд ли. А что тут есть? Танцы всякие, развлечения, вон море. Обязательно, вот это выпивка обязательно. Море всякое. Всякое развлечение. Да мы в туалет хотим. А туалет вот там вот. Где? Прямо? Хорошо, спасибо.